Уже более 20 лет бывшее предприятие «Северстали» ВСТ Групп занимается изготовлением металлической каркасной мебели. Так, например, только для Сочинской Олимпиады было изготовлено 25 тысяч кроватей, а также столы, стулья, вешалки. К качеству товара претензий нет, говорят специалисты. Компания с каждым годом развивается. И вот сейчас, чтобы конкурировать с европейскими производителями, предприятие проводит модернизацию. Ассортимент расширяется. Сейчас более новые модели, на импортное замещение мы идем. Это будет производиться стул Пекин. Мы ждем новое оборудование для того, чтобы производить именно нового уровня, уже более дорогие изделия, более качественные по своей форме. Это самое важное, потому что нам не хватало именно обрести некую красивую форму в рынке. За процессом изготовления мебели сегодня наблюдал и глава города Юрий Кузин. Он отметил, что Череповцу необходимы новые производства, ведь экономика города и области зависит от стабильности и развития местных предприятий. Для этого необходимо постоянно совершенствоваться, чтобы соответствовать требованиям, которые диктует рынок товаров и услуг. Одно из новых направлений производства – это специальная мебель «Стол-конторка». Разработка ученого Владимира Базарного основана на здоровье-сберегающих технологиях. Столешница приподнята под углом 16 градусов. Если на нее положить учебник или тетрадь, то при чтении глаза меньше устают. Это способствует сохранению зрения. Кроме того, уровень такой парты можно регулировать. Очень известная стратегия в плане защиты здоровья. Осанка, зрение, усвояемость, даже работники офисов, используя эти конторки, производительность труда увеличивается, мозговая активность. Очень много положительных эффектов, связанных как раз с работой стоя. Продукция, в частности, мебельных фабрик или производств, она достаточно широко может быть использована в нашей системе образования. Мы заинтересованы в том, чтобы был местный производитель. Это однозначно удешевило бы стоимость данной продукции в условиях определенного дефицита бюджета. Продукция из металлоконструкции пользуется большим спросом. Представители компании ВСТ Групп надеются, что выиграют тендер на поставку мебели на чемпионат мира по футболу в 2018 году. В перспективе предприятие планирует начать выпуск мебели из искусственного ротанга. По расчетам, она будет значительно дешевле, чем из натурального, который сейчас предлагают на российском рынке. Кроме того, новое производство позволит трудоустроить людей с ограниченными возможностями здоровья. Администрация города пообещала всячески содействовать и помогать в развитии предприятия. Для Череповца очень важно то, что предприятие не только сохраняется, но и развивается. Новые рабочие места, новые мощности, новая товарная продукция – это основа развития города. Очень важно то, что производства создаются в сфере машиностроения и металлообработки. Это отдельный кластер Вологодской области. Пока вопрос о создании новых предприятий остается открытым. Накануне глава области обратил внимание на развитие производственных мощностей и создание производств, которые не только обеспечат рабочими местами, но и создадут высокую конкуренцию региона в целом.